тут главное, главное не упустить. Оп. Друзья, привет! Мы сегодня в Кистелле, и для вас мы приготовили настоящую эксклюзивку. Вот, вот здесь. Готовы? Давай. К продаже представлена мебелированная квартира 1 плюс 1 в набирающем популярности районе Кистель. Квартира расположена на втором этаже и имеет общую площадь 80 квадратных метров. В планировку входит кухня американского типа, одна спальная комната, один санузел и застекленный балкон. Просторная квартира с современной внутренней отделкой оснащена мебелью, бытовой техникой, кондиционерами и панорамными окнами. Сам жилой комплекс состоит из 5 пятиэтажных блоков, расположенных на благоустроенной территории всего в 300 метрах от моря. Помимо удобного расположения, резиденция также предлагает своим жителям развитую социальную инфраструктуру. Район Кистель – это зеленый район с множеством фруктовых плантаций, где проживает большое количество представителей стран СНГ и Евросоюза. Именно здесь находится один из государственных университетов и единственная в Алании русская школа. А на набережной Кистеля находится один из самых лучших парков, в котором предусмотрена детская площадка, зоны отдыха и даже спортивное оборудование. Если заинтересовались в этом объекте, свяжитесь с нашими менеджерами для более подробной информации. Про инфраструктуру объекта. Открытый бассейн с детской секцией, крытый бассейн с подогревом, сауна, турецкий хамам, римская парная, беседки, зона для барбекю, детская игровая площадка, подземная парковка, открытая парковка, электрогенератор, видеонаблюдение 7/24, консьерж, благоустроенная территория комплекса, фитнес-зал, сад и бар у бассейна. Друзья, вот мы и попали в пространство под названием квартира 1 плюс 1. Итак, что мы имеем? Значит, спальная комната, большая гостиная, совмещенная с кухней, естественно, санузел и все. И все. Так, ну что, давайте по традиции начнем, наверное, с коридора. Он здесь небольшой, но все-таки есть. Есть шкаф, куда можно повесить верхнюю одежду. Есть какая-то специальная полочка с закрывающимся отверстием для обуви. Ну и, соответственно, много-много всяких приблуд, куда можно снять верхнюю одежду. Что называется, приготовиться идти ручки помыть. Да, санузла. Давайте, вот санузел большой. На самом деле, действительно большой. И вообще, сама вся квартира, она достаточно просторная. Я вам сейчас покажу. Потому что 80 квадратов, это достаточно много для квартиры, которая имеет 1 плюс 1, собственно. Ну, большой санузел, машинка стиральная, большое зеркало, естественно, сантехнические моменты, большая душевая кабина. И, кстати, водонагреватель Siemens, это очень важно. Горячая вода будет всегда. Так, санузлом закончили, пойдемте в спальню. Огромная, реально огромная спальная комната. Ну вот смотрите, стоит огромная кровать, большущий шкаф, естественно, какая-то вот туалетная тумба, так сказать, да, для дамских всяких угодий, которые будут всякие шкафчики, крывашечки и все прочее, в общем, для всяких нужд. Телевизор висит, еще одна тумба большая и очень много места. И главное, друзья, о том, что есть небольшой балкон и, главное, панорамный вид. Интересное решение. У вас не только есть большое панорамное окно на улицу, но есть еще и вот такая интересная картинка, куда можно смотреть на море. То есть вы проснулись, и вы видите уже море. Так, ну и завершающее пространство, которое называется гостиная, совмещенная с кухней. Огромная и просторная. Так, что касаемо кухни. Ну, вы видите о том, что, во-первых, она большая, вся укомплектована техникой, все есть, посудомоечная машина, и микроволновая печь,
И, естественно, всякие вытяжки и все прочее, холодильники, все это встроено, все это красиво и лаконично смотрится. Хорошая, свежая, нормальная, вот такая. Так, касаемо пространства здесь, ну это огромная комната, действительно, большущий диван, много еще места для всего и какие-то шкафчики, какие-то, кто они, господи, кресла, журнальный столик и еще много-много места остается, не знаю. Все это светлое, все это красивое, просторное. И хочу заметить один момент о том, что вся комната естественно освещена. То есть даже если выключать свет, то, соответственно, света очень много поступает, потому что много разных окон, и круглое, и квадратное, и большое, и панорамное. А панорамное главное окно ведет на террасу. Вот на ней хочу сакцентироваться отдельно. Терраса, во-первых, застекленная. Во-вторых, она смотрит и выходит непосредственно на море. Но это один из главных плюсов, который, ради которого, собственно, и покупают жилье в Турции. Застекленные, почему это плюс? Потому что зимой, естественно, очень сильно дует ветра с моря. Ну и, естественно, стекло защищает вас от этих неприятных порывов ветра. Ну, а летом это легко вот так собирается, складывается все в гармошечку и открывается просто и свежий воздух, и приятный уже летом ветер, хороший бризик дует для вас. Много места, и цветочки, и диванчики, и столики, и даже вот сюда еще немножечко закат заходит, потому что тут кондиционер и все прочее. В общем, друзья, вот это место летом, здесь реально можно жить, отдыхать, и работать, и получать массу удовольствия. А если у вас дети, так вообще бассейн поставили, и вообще нормально, ничего, даже ходить никуда не надо. Ну что ж, друзья, если вы мечтали или давно хотели иметь вот такую собственную квартиру с такой террасой и вот с таким видом, то этот вариант однозначно для вас. Так что пишите, звоните, подписывайтесь, ставьте лайки, нам это приятно, а вам это на самом деле ничего не стоит. Так что помните о том, что забота – это наш конек. Лига Real Estate. Увидимся. И, кстати, цена объекта в описании под видео. Все, пока.